мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли. Ну, как можно оценивать то, что они уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику? Это может привести к серьезным авариям на железной дороге и катастрофам, и гибели множества людей. Это что? Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами. Сегодня, как доложили, уже перерезали несколько светофоров в Минске, ломают, крошат то, что создавалось годами. Ну а самое главное, люди устали это все терпеть. И, естественно, власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ. Поэтому, когда переступается красная линия, власть должна реагировать.